В школах республики в последнее время появилось много новшеств. До конца года треть всех средних учебных заведений Чувашии завершит модернизацию. Установят новую систему питания, оснастят учебные кабинеты современным оборудованием. О том, как завершается проект модернизации на примере средней школы номер 18, узнавал мэр столицы Леонид Черкесов. В этом году 18-я общеобразовательная школа отмечает юбилей. 40 лет здесь получают знания дети Юго-Западного района. Директор школы признается, то, что образовательное учреждение попало в программу модернизации, очень своевременно. Да, школа нуждалась в ремонте, и этот вопрос неоднократно обсуждался и на родительских собраниях, и на управляющем совете. Наконец-то выделили деньги на ремонт нашей школы. Хотя, надо сказать честно, что нам выделили достаточно серьезную сумму, но в связи с тем, что школа не ремонтировалась капитально до этого, у нас еще остались вопросы и проблемы места, которые бы требовали дополнительной поддержки. Из республиканского федерального бюджета на ремонт и оборудование выделили более 5 миллионов рублей. Леонида Черкесова интересовали все статьи расходов. Теперь школьная столовая оснащена полным комплектом всего технологического оборудования, которое позволит обеспечить качественное и разнообразное меню для школьников. Современный пароавтомат, духовые шкафы, протирочная машина, новая красивая линия раздачи, которая вызывает особое восхищение у ребят. На этом перечень ключевых дел не заканчивается. Занимаются физической культурой ребята в новом спортзале. Здесь заменили оконные блоки, покрасили стены, завезли новый инвентарь. В уходящем году на модернизацию образования в республике предусмотрено 886 миллионов рублей. Это в 3 раза больше, чем в 2011 году. В результате 70% школ, а это каждая третья школа, будет соответствовать нормативным требованиям. Данифа Тагирова, Константин Козлов, Республика.